Всем привет, вы на канале Юный Папа. У нас сегодня на коротком обзоре радиоуправляемый грузовик с ФПВ трансляцией и управлением. Можно управлять с телефона, можно управлять с пульта управления, который идет в комплекте. Так, коробочка выглядит. Артикул модельки FY001. Они бывают двух видов. Вот такой внедорожник, как у нас представлен на картинке, сначала покажем. Наколесный и гусеничный вариант. Такие вот гусеничные проходимые ФПВ машинки вообще, да, пользуются спросом, интересом, потому что можно как шпионскую технику за котом следить, ездить по комнате, смотреть, что в режиме онлайн передается. Камера устанавливается. Вот здесь регулируем угол поворота камеры, чуть вниз наклон, выше, можно потолок даже поднимать. И здесь подключить надо проводок, указано. Потом здесь вот на капот у нас открывается аккумулятор ставить. Ну, мы уже запасной поставили. Родной в комплекте идет никель-кадмиевый АА батарейки 6 вольт 700 миллиампер с UP разъемом. И зарядное устройство USB идет тоже с UP разъемом, черненький такой, 6-вольтовая, 300 миллиампер в час дает, соответственно, такой аккумулятор будет чуть больше 2 часов заряжать, 2 часа 15 минут до полной зарядки. На пульт управления такой держатель для телефона идет, можно его раздвигать, и вот так он раздвигается, и зажимаете телефон, можно будет управлять. Пульт обычный, пистолетного типа, вперед-назад и влево-вправо. Две батарейки в пальчиковые в пульт управления нужно поставить. В комплекте не идут, покупаются отдельно. Дальше вот мы поставили запасной аккумулятор дополнительный. И крышечку закрываем, подключаем. Кнопка питания включения. Она у нас вот здесь вот снизу. Включаем машинку. Включаем, свет заморгал. Включаем пульт управления кнопочкой. Свет уже перестал моргать. Все, машинка ездит с пульта управления, как обычная машинка ездит. Вперед-назад, влево-вправо. Гоняет. Достаточно шустро гоняет. У нас тут, правда, на столе много места нет. Но давайте, километров 15 она поедет. Для такой игрушки более чем прекрасно. Фары горят. Вот видно. И давайте саму трансляцию. По трансляции в инструкции показаны здесь QR-кода на приложение. Сканировали для Android, для iOS. Поставили приложение. Вот оно у нас есть. Car FPV называется. Запускаете. На современных телефонах тоже поддерживается. Wi-Fi вам нужно выбрать и подключиться к машинке. Сейчас у нас тут куча Wi-Fi и офисных. Вот оно называется FPV, Wi-Fi. Ну, у вас название может немножко отличаться, но суть такая же. Подключайтесь к своей камере через Wi-Fi. И вот у нас изображение. Вот видите, мы крутим машинку. На телефоне идет трансляция. Можно аккумулятор родной. Сейчас мы его сфокусируем, посмотреть через трансляцию. Вот. Ну и кроме того, что идет трансляция на телефон, его можно управлять машинкой с пульта, сюда поставив это. Можно еще и управлять, давайте не будем, с пультом-то понятно, можно управлять и машинкой с телефона. Для этого надо его выключить, машинку, чтобы привязка от пульта отцепилась. Включаем машинку. Включаем на телефоне что? Вот здесь вот кнопочка вот эта. Глазик нажимаем, появляются курсорчики. Так. Сейчас. Выключили пульт, машинку оставляем. Сейчас синхронизируем. Так. Машинка в поиске, не может никак найти пульт. Потому что мы пульт выключили. Да. Может быть, вот, нет, это она синхронизировалась с пультом управления. Да. Курсор, может быть, надо приложение заново запустить? Сейчас попробуем. Мне кажется, вариант будет вот такой вот. Выключаем. Выключаем машинку. Wi-Fi подключаем, выгружаем приложение еще раз. Подключаем, к Wi-Fi FPV. Подключаем. Подключаемся к машинке.
И запускаем приложение. И открываем глазик. Вот, все, открыли, да. То есть заново всю процедуру сделать. То есть выключили пульт, выключили машинку, включили машинку, подключились Wi-Fi, запустили приложение. Видите, лампочки не моргают, значит, она увидела пульт управления. И теперь вот эти стики на экране вы двигаете. И машинка тоже управляется. Давайте погазуем просто на руках, чтобы она у нас никуда не бежала. Вот, может снимать, ездить, шпионская техника. И тоже интересный, кстати, эксперимент. Давай попробуем по складу отойти. Вообще, насколько сигнала Wi-Fi будет хватать. Так, давайте я попробую как-нибудь. Да, и, может быть, вот, попробуешь отойти вон туда вдаль. Сейчас посмотрим, как... Вот все еще у нас сюда длинный. Вот. А, ну достаточно, уже 30 метров есть точно. Вот. Расстояние где-то около 35 метров до стены, дальше уже нет возможности просто отойти. Этого достаточно для улицы, для помещения за глаза. Причем сигнал Wi-Fi работает и через стены, ну это если, конечно, не супер бетонные армированные, когда сигнал Wi-Fi обычно перебивается, поэтому можно с учетом камеры шпионской вот этой ездить в соседней комнате. Смотрите просто на экран, куда машинка едет, разворачивайтесь. Как раз есть возможность прекрасная и видео записывать. Вот здесь вот кнопочки есть записи, она мигает при записи. И фотографии делать, потом все это смотреть. Вот видите, у нас уже фотки есть. А главное, что... хороший вариант посмотреть на свою комнату глазами там маленького ребенка или домашнего животного снизу вверх, поездить по квартире, разглядеть. Качество камеры тоже хорошее. Достаточно. Да, достаточно хорошо все видно, передается и трансляция. И вот можно какие-нибудь, не знаю, вот инструкции по это почитать через камеру. Можешь запустить, открыть. Сейчас мы наведем вот на инструкцию. Видите, все читается, все буквы видны. Еще и это. Вот. Ох, я держу. Так. Да, вот видно, можно прочитать. Ну и, соответственно, вот на коробке. Как раз сейчас на коробку посветим. Видите, на коробке можно посмотреть все содержимое. Сейчас поставим. Вот параметры. Ну вот сантиметры, кстати, то что там 34 сантиметра, увидим. Ну так, надо будет вглядеться. Все, с вами был магазин Юный Папа. А, еще последний момент, всегда забываем, все просят размеры. Давайте машинку замерим. И так, 34 сантиметра длина, высота по кабину 14,5, по камеру 19 сантиметров, ширина по... кузову, наверное. По кузову, да, вот так вот. 14. И сам размер кузова, если кто-то будет картошку перевозить, 15 сантиметров на 14. Так, по материалам, кстати, что тут? Здесь пластик, здесь у нас рама металлическая, здесь у нас пластик. Колеса резиновые, кстати, мягкие. Вот, мягенькие колеса со вставками, поролон какой-то мягенький там внутри. Все остальное пластиковые детальки, рама металлическая. В интернете еще, кстати, на такие машинки подобные зилки у нас есть различные тюнинговые, там всякие там тенты приделывают, раскрашивают их. Дверцы не открываются. Вот зеркала вот эти можно двигать. Стекла, впереди стекла есть. В дверях, в окошках нету стекол. Ну, все вот эти выхлопные трубы, это все такое. Для красоты они, конечно, не полые. Всем спасибо за внимание. С вами был Юный Папа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.